Привет, это сингл, продолжаем мы выживать Project Zomboid, это история Рыжего. В прошлой серии мы нашли в конце домкрат, и остановились мы на полпути у фермы, которая вот ведет нас к этому городку, Rutural Town, чи как он там называется. Вот, я заодно хочу заскочить в этот домик, чекнуть, что тут есть вкусненького, невкусненького. Заодно покушать, ну, перекусить так чисто аккуратно. Чисто аккуратно перекусить. Так, изоленту взять, потому что это вещь такая, что нужная. Так, журнальчик, в принципе, тоже можно взять. Слушай, а мы там вкачали электрику? Электрику мы до четверки не докачали, значит, радио можно разобрать. Так, а что-то еще мне нужно? Опа, журнал вот это вот. Вот это вот надо взять. Книжки забери. В смысле? А, не влазят. Нифига себе. Давай покурим. Давай покурим. Даже журнал хотя бы влезет. Журнал влезет. Ладно, короче. Не буду я лутать этот дом. Прям вот до талого. Сейчас найду что-нибудь перекусить. Потом сюда еще вернемся. Кусь. Кусь. И вот еще кусь. А еще умывайся, а еще набери водички. И все, можно в принципе ехать. Сейчас только лишнее выложу. Да, давай сюда патроны лишние. Не патроны, а вот эти вот темки сюда выложим. Вот так вот. Все, и увидимся с вами мы уже после перемотки, как я заеду в город. Так, давай-ка я чуть подальше отъеду. Да дай пройти ты, ё-моё. Чё это было? Я двери не закрыл до конца, меня что-то засейвило. Какая-то часть одежды меня засейвила, офигеть. Вот это да. А что оторвало зомбя? Ну реально что-то засейвило меня. Подожди, дай-ка я посмотрю на стопе. Кальсоны нет, кожаная куртка нет, майка, хрен его знает, джинсы, хрен его знает. Может быть, тут будет видно по защите. Слушайте, ну что-то меня определенно засейвило, хрен его знает. Засейвило и хорошо. Так бы, прикиньте, вот так вот глупо сейчас бы помер от одной рандомной зомби. Так, да и главное самое, что не паникуй, родненький. Давай мы соберем зомби в кучку тебе, и ты их отстреляешь всех. Так пойдет, да? Вот такими кучками. Хорошо. Давай, наверное, топором добивать все это дело. А, с меня и очки сбило, зомбя. Я думаю, что-то не хватает. С меня зомбя сбило очки. Эва, ну как? Надо будет их подобрать. Слушай, их неплохо тут собирается. Явно больше, чем я думал, что их тут будет. Ну и хорошо. В этом-то весь и смак. Так, дробовичок, давай ты не будешь ломаться. Чисто просьба такая по-братски. Так, очки надо срочно вернуть. Прям срочно. Прям срочнейшее. Вот так, быстренько, хопс. Где они там? Вот они, надеваем. А то негоже без очков лазить. Так. Если что, может, вам может показаться, что дробовик как-то уж очень быстро стреляет. Имейте в виду то, что этот дробовик
Его скорость атаки зависит от скорости, от, не от скорости, а от уровня точности персонажа. Чем выше точность, тем быстрее он стреляет. Так, давай-ка одиночки позабираем топориком. Если что, у меня новая мышка, я еще к ней не привык. У нее ДПС стандартный чуть выше, чем в моей той было, поэтому... Поэтому пока что нужно еще привыкнуть немного. Так, сонливость. Отлично. Вот то, что нужно. 14-10 и сонливость. А естественно, я никаких... никаких приколов там... Энергетиков я не брал, подожди. Дверь давай, чтоб точно закрыл. Поехали. Так, ну что, вот мы, в принципе, и приехали в город. В принципе, приехали в город. Давай-ка тут мы остановимся изначально. И отсюда начнем зачистку. Именно отсюда. Так, давай-давай, паническая атака. Тебе в помощь. Сбиваем сонливость, потому что... Сонливость это такое себе. Так, только не говорите мне, что оттуда никто не придет. Либо придут очень... придет очень мало. Так, нам надо бы покурить. Надо бы покурить. Давай кури. Приветики. Пистолетики. Кстати, возможно, возможно, я на заправке найду энергетос. Ну, либо же витамины. Так что можно будет туда сбегать. Ненадолго. О. Смотри, ребята подошли. Я соскучился по ним. Кучкуйтесь, кучкуйтесь. Слушай, может, наверное, все-таки топорами драться? Топоры качать надо. Наверное, давай. Опс. Ну, иногда, наверное, надо подрубать дробовик в действии. Так, ну-ка в кучке. Эх, сейчас бы на склады в Малдро там будут. Там бы их было триллионы, этих зомбей. Есть. О, еще и с той стороны идут, хорош. Главное, что мы не уснем. Это самое главное. Четвертая паника играет мне сейчас на руку. Будь здоров. Вовремя чихаешь, слушай. Хорошо, что хоть не... Хорошо, что хоть не во время стрельбы. Так, давайте, ребятки, стягивайтесь. О! Работяга-выживальщик. И чел там... Что у тебя на спине? Подожди. Что это такое? А, лопата и металлическая труба. Я уж было подумал.
чего неладного. Так, коп, что-то ты опаздываешь, кстати. Тут твоих ребят похоронили. Опа, дигл. А ну-ка. Подожди, дигл или что это такое? Да, дигл и 9-миллиметровые патроны, странно. Давай сейчас по одиночным целям с дигла подаем. Так, аккуратненько, так чисто дал-дал, ушел. Что, внутри есть кто-то? Слушай, определенно есть шанс найти здесь вкусняшки. Определенно есть какой-то шанс. Так, это повар? Это повар. Так, сюда мы попадем в любом случае. Мусорные пакеты давай-ка сюда. Так, мука. Мука, дрожжи, формочка для выпечки. У меня ее, кстати, по-моему, и не было. Эти дела мы такие, что позабираем. Так, две пачки кофе. Блин, слушай. Если есть кофе, то почему бы его не съесть, правильно? Заваривать уже не будем. Ладно, покушаем так, чисто, аккуратненько. Водички, кстати, надо бы набрать. Вот так. Так, отбеливатель. Конечно же, бери, ведро тоже нужно. В садоводстве пригодится. Так, и еще отбеливатель. Ну, слушай, столько отбеливателя мне явно не надо. Так, ну и тут все попорченное. Кроме сливочного масла его можно забрать. Так, у меня там последний патрон остался. Так, слушай, наверное, магазин мы выложим, а дигл... Есть кого убить? Есть. Отлично. Чтоб не тратить лишний раз патроны. Откисай. Так, патрики складывай. И сюда их. Так, дальше. Вот эти все дела выкладываем. Сейчас пойдем еще до конца долутаем, там же бар есть. Еще бар стоило бы залутать. Ну да, по-любому стоило бы. Только энергетосов я, наверное, здесь не увижу. А, нет, слушайте, я ошибался. Я ошибся, я могу ошибиться. Так. Это что, сишка? Одна? Ну, давай, бери одну. Раз одна. Еще энергетосик, еще зажигалка. Слушайте, это мы удобно зашли. Приколов налутали разных. Так, вот это тоже. Давай, прям сейчас скурим. Баночку пива давай-ка заберем в инвентарь. Слушайте, надо будет, когда я буду лутаться, освобождать. Освобождать рюкзак, потому что я так заколебусь бегать по 1000 раз. Определенно. Так, что-то еще тут осталось? Не, наверное, уже все. Так, пошли еще посмотрим, что мы там могли пропустить. Кстати, тут в багажнике что есть интересного? Закрыто, да? Так, багажник мне нужен. Пластырь сюда давай. Так, вот отсюда я масло забыл выложить. Вот что я действительно забыл. О, электроника. Слушайте, а как вот посмотреть? А, стоп. Есть ли топливо здесь? А здесь топливо есть. Слушайте, это довольно неплохая машина. А что там по вместимости у нее?
То же самое, в принципе, будет, как и моя вот эта, на которую я приехал. Хотя тут 144, а у меня там поменьше вроде как. Ну, тут поменьше вроде как, просто лишь потому, что... Потому что багажник более... в более плохом состоянии. Но! Есть одно но. Есть нюанс. А, кстати, я не могу подойти туда. Как я подошел к капоту? Ну, хи странные дела, конечно. Так, где монтаж? Лично. Сейчас поменяем все это дело. Точнее, не поменяем, а добавим. Опс, вот и славненько. Теперь что надо сделать? Теперь надо открыть окно. Вот это, и закрыть окно. И то то же самое. Открыть окно. И закрыть окно. Для чего? Потому что в игре есть баг, который не фиксит уже миллионы лет. Так, что-то еще надо взять? Что-то еще надо взять? Ну, слушай, вообще можно было бы взять на этот... про запас запчасти. Но опять же, то такое себе. Это ж не проблема машину найти. Хотя в таком состоянии может быть и проблема. Ну, меня это, если что, мало волнует. Если уж по чесноку. Вы с двух сторон решили ломиться? Молодцы. У вас это почти получилось. Так, там сумка с сумками. Это как пакет с пакетами я собираю, только сумка с сумками. Так, ну и все, это здание точно все. Его можно помечать крестом. Что здесь уже как бы мы закончили. И можно подъехать к тому месту, к которому я, в принципе, и собирался. И там потихонечку начинать лутаться. И либо же готовиться ко сну. Так, мы на месте. Мы на месте. Так, вот эту темку. А, вот можно, кстати, сюда его скинуть. Этот пластырь. Давай-ка посмотрим, есть ли тут зомби где-то. Ну, где-то там в полях есть. Пока что меня это мало интересует. Слушайте, может вот эти вот шкафы позабирать? Вот эти вот высокие. Они так-то на 65. Хотя весят 20, блин. Надо будет решаться. Хотя посмотрим, наверное, лучше, что у нас по свободному месту тут остается. Так, вот эти темки я тоже не смотрел, не забирал. Не забирал, не разбирал. Ой-ой-ой. Кстати, да, зомби я где-то там слышу. Где я ее слышу? Вот в чем вопрос самый главный. Так, водички здесь больше нет. Давай диспенсер этот выломаем. На улице там справа где-то. Вам, наверное, даже и не слышно. Мы там что... Подожди, стоп, я видел калак? Или мне показалось? Мне показалось, наверное. Слушайте, ну патронов действительно очень много. Особенно картечи. Ладно, сюда мы еще вернемся. Во-в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 о. Да-да-да-да-да. Вот... Вас-то, товарищи, я и искал. Кстати, со своим топориком это ты вовремя. А то у меня на заменочку не было никакого. Так, ну что, время 22:40, можно было бы поспать, но, опять же, еще рано для всего этого дела. Костыль, кстати, можно взять, но он как оружие используется. Как длинное дробящее. Наверное, не будем мы его брать. Хрен бы с ним. Ладно, пошли смотреть. Полки. А, я же забыл, я хотел картечь выложить. Только сначала вот что надо сделать. Сначала так всю картечь сложить. В рюкзак, а потом отсюда. Отсюда закинем в багажник. Чтобы больше вместимость была. Стоп, где двери? А,
Я двери потерял, не обращайте внимания. Так, складывай. И вот это складывай. Все, больше не могу, больше не могу. По полной наложили. Ну все, время 1:20 как раз. Прикинь, 2 часа просто патроны складывал. Так, и спать. Вот и хорошо, вот и 6 утра как раз. Ну, почти хорошо. 10:30. Найс, спишь, братан. Крепкий сон у тебя. Максимально крепкий. Так. Ну что, погнали выносить оружейку. Вот эти дела давай-ка сюда. Походный нож, да, давай тоже возьмем. Хрен бы с ним. Знак запретной зоны? Нет, это... Хотя, стоп, почему нет? Почему не надо его забирать? Надо. Магазины, кстати, я очень зря сразу не смотрю. Надо магазины сразу же проверять. А, эти пустые, хорошо. Повезло, повезло. О, пакет с пакетами. Я его искал. Вот мне он-то и нужен был. Так, карабинычи. Не помню, по-моему, у меня был такой карабин. Давай один возьмем, который полегче. Двустволка мне не нужна. Магазин на тег бери. Дигл бери. А, вот это забирай. Все остальное мне не надо. Дальше. Патроны. Еще патроны. Еще патроны. Огнетушитель. А тут типа как касса. ЦЗ-75 в игре есть. Ой, ну не в игре, в этом моде. Я не знал, кстати. Прикольно. Правда, я ЦЗ-шку не находил ни разу. Надо будет поискать. Только где, опять же, где ее искать, эту ЦЗ-шку? В оружейках, наверное, скорее всего. Скорее всего, она должна быть там. Так, выкладывай. Уже все не влазит, да? Фул. Понял тебя. Так, это давай к сюда. Депрессия душит, да? Из-за того, что хочешь курить или из-за чего? Или из-за того, что ты в крови? Скорее всего, второй вариант. Так. Вот эти патрики забираем. Вот эти патрики. Бля, сколько патронов. Ё-моё. Я ж могу чисто от огнестрела играть уже. Довольно долго причем. Еще магазин от ЦЗшки. Только саму ЦЗшку еще найти. Вот что было бы круто. Все снова фул. Побежали. Побежали, родненький. Укладывай. Да, это он из-за крови стрессует. Ну, мне здесь негде тебя умыть, пойми. Сори. Придется немножко тебе пострадать. Так, пистолеты меня в принципе не интересуют больше, потому что у меня там полный набор их. Магазины. Так, магазины эти пустые. Этот пустой и этот пустой. Забирай. Так, вот эти два тоже пустые, забирай. Отличное, отличное время для паники, брат. Самое лучшее время. Как раз когда я лутаюсь и в замкнутом пространстве. Я очень это люблю дело, знаешь ли. Так, патроны мы все забрали. Абсолютно все. Они уже не влазят в прицеп даже. Только влезут ли они в багажник все остальные? Вот в чем вопрос самый главный. Что я в этом сомневаюсь. Не, не влазит. Бля, они реально не влазят. Так, там что-то покушать я вроде как находил. А, сливочное масло находил, отлично. Самое лучшее в мире еда, кстати.
Ну, можно вина выпить было бы, хотя опять же он... Что жрать? Ну, пакетик сахара такое себе. Сливочное масло минус 24 голода. То давай, пакетиком сахара заешь. В принципе, не проблема. Бля, что делать? Что делать, родненькие? Давай на замену. Сделаем вот так. 8 пачек выложим, а эти 8 пачек сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай это вот сюда вот. Даже еще и не хватает, да? Так, это давай сюда. И в принципе, можно ставить крестик здесь. Сюда я даже в палатке не пойду, там нехер ловить. А вот в медицинский этот магазик я зайду еще. С этого города мы еще пока что не уезжаем. У меня еще есть правое сиденье и бардачок. Ну, еще и рюкзак, в принципе. Что еще тут подлутаться можно. И тогда уже можно будет думать что-то по поводу того, что ехать домой. Давай, наверное, отсюда и начнем. Вот с этого вот, не знаю, что это. Не помню, если быть точнее. Прям не помню, что это такое. Кафешка какая-то, какой-то магазин. Большой шанс на то... О, печеньку. Печеньку кушай. Зря я масло съедал. Мог бы печенье покушать. Пусто. Тут пусто. Здесь все испорченное будет, да? Да. Все пироги испорченные. Так, ну тут бы выпечка должна быть тогда в таком случае. Должна же, ну не обманывай меня, игра. Я же тебе верю. Ведро. Не, нифига. Сраный магазин какой-то тут получился. Откисни. А тут мясной отдел. Ну тут, короче, как комплекс магазов, как и в Экроне, в принципе. Да, тут мясной магаз. Кстати, солями вот лежит испорченная, да? А живем мы почти 2 месяца. Солями за 2 месяца, я думаю, что не испортилось. Я так думаю, я не уверен. Блин, тут можно было пройти, а я выломал просто. Зачем? Кстати говоря, фартук. Я могу поверх фартука одеть еще. Поверх всего. И тоже кожаные заплатки нахерачить. И будет дополнительная защита. В принципе, можно так будет и оставить. И шлем надо будет какой-то еще взять. Но это уже попозже. Кстати говоря, что там фартук у нас по... А, вообще никакой термоизоляции. Можно, в принципе, бесконечно носить его. Так. Тут ничего интересного. Ножи, тесаки. Это все лирика. Так, водичку наполняй. Давай хотя бы умоемся. И хотя бы майку. Еще давай хотя бы... Да давай брюки. Или это перчатки там были, хрен его знает. Так, ну и магазин фруктов. Можно было все это сделать через улицу. О, вот это я забираю. И вот это я забираю. Маргарин тоже забираю. Все, больше здесь брать нечего, по сути, да? Да, уже даже и картошка подсвевшая. Так что здесь можно ставить тоже крестик. Здесь тоже можно ставить крестик. И можно с вами тоже прощаться. Всем большое спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся на стримах.